представляет нечаянно. Да. Короче, вот. Мы на СТС-ке Петр Львович, который умер в 2013 году, актер. Мы опять, говорю, снимаем. У нас тут мы уже половину всего прошли. Смотрели, у нас опять, оказывается, видеоклип был. Режим видеоклип и определенное время съемки. Да. К сожалению. Надо бы в следующий раз вот эту точку принести. Спи спокойно. 6 лет уже. Значит, он умер 1 июля, что ли? Угу. Июля? Да, июля. 7 число. Он... 7 месяц. 1 июля, получается. Да, 8 это июля. И 3 июля его хоронили. Честно, я не хочу тут стоять. Не знаю, не, знаете, у меня все-таки есть ощущение такое, что я стою на человеке. И я не могу позволить себе почти стоять. Это человек в 10 метрах от него. Съемка идет? Нет. Да, вообще не видит. Да. О, якорь. Это какой-то моряк. Моряк. Мельников. Да. Владимир Васильевич, моряк какой-то. А вот, смотри, почетный гражданин, Самарск. Адмирал какой-то. Заслуги, болото, танкер, что? Чего? Давай, подойду, подойду поближе. Покажи. Заслуженные заслуги перед... Интересно, очень интересно. Сделано, конечно, очень красиво, просто посмотрите. Подожди, не торопись. Смотри, какая красота, как красиво сделано. Жалко, что теперь это никогда человек не увидит. Тот, для которого это сделано. Уже странно, что все-таки не ухаживают за могилами солдат. О, да ладно! Щучкин Сергей Анатольевич, нифига себе, конечно. По-моему, может быть... 53 года прошло, кстати. А жена когда умерла? Ой, ужас какой. Блин, вот он не выглядит 53 года, да? Он 53 года прошло. Просто тут похороним. Древцева... Анна, по-моему, или Ада. Ой, я подумал, сначала Росаковский, я такой, что? Ага, свети. Иванова Наталья. Ой, блин. Да ладно. Серьезно, что ли? Ты на фотографии у Тустина в такой бородатке. Сколько ему лет? 3 минуты. Даю камеру. Шолохова. По-моему, Шолохову Любовь Федоровна, если я не ошибаюсь, была актриса. Тут не... Тут не написано. Ну, естественно, написано. А вот там сзади могилы, могилы вообще заросшие. Страшно. Сейчас как? Сделай землю. Чего страшно, ты о чем? О том, что умирает. А, да, согласен, конечно. Вот интересно, тоже памятник. То есть это отдельные. А вот здесь зачем-то досочка. А, здесь. Давайте потихонечку пойдем с вами к выходу. А, около выхода. Пока Максим пусть не выключает камеру. Конечно. Давайте. Чего? Выходим? Где-то около ну да, где-то. Посмотрим, как получится. Иванова Наталья. А что тут у нас? Здесь можно ходить. Ой. Можно, но. Знаешь, ты думаешь, что давайте мы вам прочитаем то, что написано. Иванова Наталья Иванова. Да, вы читали, но так как мы посетили еще может, раз вы... это место. Третий раз читать. Мы обязаны это еще раз прочитать. Значит, третий раз. Помните. Тут есть еще Козлов, да. Козлов Дмитрий Ильич. Это человек, который. Подожди, Козлов, знаменитая фамилия. Он да, он там похоронен. Мы можем до него дойти. Точнее, не знаменитая, а знакомый. Он в очках еще такой. Давайте нам прочитать кто-нибудь. Синицын Константин Дмитриевич. Елизавета Синицына вспомнилась.
Сейчас, сейчас мы дойдем. Ты шо? А вот еще. Генерал-майор Матюхин. Это ой, я помню. Знакомый, что-то фамилия тоже. Все знакомо уже. И Кочетов, и этого я знаю. Не дошел он до конца. Он умер в 44-м, да? Ага. Я читал, я помню. Помню. Да. Вон. Ну и наш мемориал. То есть не наш, а всеобщий такой. Помните. Через века. Да. Помните, отец. Вы уже не придет никогда. Помните. Не плачьте в горло. Держите стон. Горькие стоны. А дальше. Памяти. Я помню, Данил. Памяти павших. Будьте осторожны. Достойно. И здесь без запятой, как я понимаю. А, ну запятая. Какая здесь запятая? Нет. Обязательно. Обязательно. Тебе сейчас показывают. Возможно, если вот все заросло, это обязательно надо, конечно, со. Мы, естественно, скашивать это не будем. Секатора у меня. Скосить, ну да, секатора у меня нету, да и тем более секатором. Сегодня мы постараемся сегодня у нас 28 мая. Да. Видео выйдет не скоро, сам не посмотрим. Это явно монтируется. Да. Ты будешь. Нет, я одну или две части выложу, а ты третью смонтируешь. Так что у нас три части. Ребят, времени все не осталось, поехали быстрее обратно. Так, сейчас посмотрим. 17:34, полшестого. Ладно, погнали. Это ТКГшка вот домой. А, ладно, давайте я. Не, ну как будто мы на футболе сейчас такая. Все, пора мне. Ребят, возможно, возможно, еще с ними футбол, но. Да, футбол. Вы там футбол, а я опять домой. Отлично. Я тоже, наверное, домой схожу сначала. Да. Ты можешь ничего сказать домой? Обязательно. Ну, вы там ничего, а я вообще домой. Домой смысл, да. Я потом опять приехал. Нет, я пообедаю еще. Сегодня Витька не будет, шуруп тоже. А, или будет. Да, экзамены. Не завтра, ну, а подготовка? Подготовка будет, да. Поэтому ну, Витек вообще в эти дни не выходит. Он завтра точно не выйдет. А, Витька эти дни, да? Да. Витька эти дни, да. Так, а у Витька до какого числа максимально будет продлеваться? Я не помню. До 14 июня, по-моему, максимально. Ну, да. Ему до этого будет. Он 29 в любом случае дохнется. После экзамена. Ну, я сдаст. Так он еще не узнает. Я сдаст 29-го, я не сдаст где-то в июле. Он будет сдавать? Ну да. Неделю после. Кость, ты знаешь, что там результаты даются за неделю потом. Две. Все отлично. Комаров меньше стало. Уже хорошо. Гоу, бухать. Мы уже бухаем. Гопарить. В небе. Гоу, гоу, бухать. Ты что, не будешь бухать? Ты совсем что ли? Не любит бухать. Ты обнаглил? Что бухать, а? Гопарить. Ладно. Почему бы и нет? Да. Чё, простите. Я не знал даже это. Чё-то слишком много памятников. Как будто сообщение пришло. Сколько сообщений уже пришло, представляешь? Если на мой телефон, то это... Он взорвался. Мой телефон взорвался. Пулемётик. Да. Мой телефон взорвался. Кобеза. У них там война. Кто быстрее... Дайте ваши 100 грамм. Нет. Кто больше сообщений пришлет, война, вот. Я понял. Ловите 100 грамм, хотя я помню. Алло, чисто. А, считайте. Ловите 100 грамм, хотя я помню. Хорошенько. Алло, чисто, фашиста. Подарок. Эй, брат. Это уже чекисты. Так, вот. Вот, стоп.
Короче, все, у нас не получится. Вот остановка. Мне кажется, наверное, не будет за футболом. Сегодня так не приеду, но не будет футболом. Я посмотрю, кто на поле будет. Если никого, то я дома останусь, наверное, да, логично? А как ты их увидишь, ты всех? Ух ты. Там же дерево вырос. Честно, мы тут не будем смотреть на поле. Ну, кого-то видит, точно. Так я приду. Ну, ну ты придешь, естественно. И уйду, если не с кем. Если не с кем играть, да, то я уйду. Определенно. Паша должен выйти сегодня, он сказал. Он же экзамен тоже завтра. Я не знаю. Может и нет. Его право. Че кучить? Видео идет? Да. Не, опять, знаешь, такой голос стал, как в пульме какой-то. Реально, как рыба. Давай вот слишком много. Футболе, вот Макс. Ау! Видео наоборот. Олды вспомнил. Ура! Пупси за пупси не в это в небо поднимались когда. Все понимаем, а вас ты ничего не бухал? Не курил, да? Возможно. Че возможно? Возможно, ты побухал, да? А видео, наверное, будет реально длиться полтора часа, потому что это жесть. Ну, во-первых, я... Вот это жесть. И понимаете, по поводу того, что я говорил, я просто выдержу. Я тоже ему половину застрелил. Надо весь мат. Да. Короче, Вов, потом, потом говорим. Я не знаю, что у меня с голосом происходит, но сейчас реально начал ломаться, прям по-жесткому. Да я даже не знаю, с чем это связано. Вроде, и ты тоже? 15 лет уже болен. Скоро. Нет, он потом может то опять мягким стать. Может, кто ему отвечает? Кто ему господин? Кто ему хозяин? Нет, я чуть не получаю. Особенно здесь. Алло, ой. Алло, Алёша Попович. Прораться надо. Чего вы видел? Сейчас еще не ночь, вы что? Ночь-то еще через несколько часов. Через несколько часов, как вообще? Через 7 часов, по-моему. Через 6. Нет, я бабушка тут упал. Убиваем? 2019 год просто. Че? 9 мартовича. Ну да, 9 марта. Пипец. Недавно. 41 года, кстати. Ну я так понимаю, она жена генерала-майора. Ну. Подожди, а то теперь они все на месте. По-моему, мы вторую могилу увидим. Нет? Не знаю, возможно. Симонян. О, Симонян, я помню. О, вот это еще чё-то ничего. Симонян, Симонян. Да, Симонян. Знаешь? Я все время фамилию говорю так. Симонян. Вах, при жизни я Лаврентьев. Так, ничего удивительного. Неудобно тебе горку, конечно. Тяжело, да. Я знаю, одну сразу танк, так медленнее становится. Так, так, ногами бегать, чтобы не было. Не ощущалось. Да. У меня уже это выработано. Опять, кажется, началось. Ты верь тому человеку, который вообще из на улице опустил всю жизнь уже, да? Может нам пробежаться здесь? Да не, хотя мне не надо. Можно было с горки пробежаться. Точно. Ну, я сейчас не побегу. Потому что неудобно. Да. Дай права. Дай мою удачу. Вот это поворот. Да. Как раз пытаюсь убавить сейчас сказать. Народ, откроем большую тайну. Меня зовут Владимир. Владимир Путин. Владимир Ленин. Владимир Путин на бабой. Ульяна. Ульяна Ленин. А, вот оно что. В смысле? Михалыч. Короче, Владимир. Владимир. Сталин. Позитив. Вас приветствую. Здорово.
А мальчик махал рукой вместо меня. Да. Ужас какой. Че? А это я помню. Где? А, вон она же. Ерёмина? Ты девочка, получается, Ирочка. 1968. 68-й год, ой, да, 68-й год, давно. Офигеть. Ой, какой... Два года. Разве? Главное, старше. Не, два года тут. А, ну это да. Вообще-то 30-летним же, да, получается. Девочка. Девочка. Бывает, чё. Может, у нее это астма была какая-нибудь или что еще? Да, сказал. Ну да. Мало ли, два года. Тогда, в то время, умирали дети, когда медицина была не такая сильная. В 68-м? Да. Вообще нормально было. Тогда УЗИ не делали, по-моему. Ну, не делали, но богатым, наверное. Нет, делали. Неделю максимум 50 годах. Максимум. И Подурова. Фамилия такая? Возможно. Откуда ты можно? Сюда. Просто переедь. Биг Систа? Я говорю, переедь сюда. Сестра моя скоро переедет. Может, ко мне? Она за не с тобой живет? А, ну. С тобой вроде какая-то сестра жила. Вот, подходим. Да. Вон выход, я уже вижу его. Сейчас подведем итоги и хватит. Раз откуда, да? Не знаю. Ворот. Че вахаться там? У меня моменты с прошлых этих. Где-то выбрали, да? Не, знаешь, что сделай? Возьмем фотку для этого, для подарки. Здорово. Итак, здорово. Ну что? Я тебе говорю здорово сейчас, потому что, ну как бы, прошли уже немножко места. Да. А, Максим, я опять не загораживаю. Давайте постановимся, наверное, секунду. Ну, такой человек, вот Максим лишь меня. Так есть. Нет, но с камер с моей стороны, скорее всего. Да. Так-то нет. Короче. О, ты задамучил. Прыжки очень хорошо. Далеко довольно-таки. До 11 линий, да? 12 линий. До 11. 13 прыжки. Далеко было. До 12, сколько? Нет, до 11. Ну, до 11. До 11. Чё, я просто сказал просто. Да пофиг. Ладно, так вот. Подводим итоги. Да, Максим, хватит уже. Не сгорачивать. Подводим итоги. Мы прошли. Радует меня это. Мы ушли. Увидели несколько халатных поведения администрации, потому что не ухаживают за могилами бывших солдат. Да. Сейчас уже, к сожалению, нет, уже живых, они погибли. Или кто-то просто умер от старости. Это, конечно, неправильно. Это так не должно оставаться. Постараемся что-нибудь сделать. Просто, уже можно просто отправиться, например, губернатор Самарской области. Посмотрим, как на досуге. Да, ладно, ребят, давайте. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Данил, увидимся. Пока. Давай, пока.